вы сейчас присутствуете на историческом моменте. Я первый раз в жизни сижу за рулем Кенворса 900-го. Не только с первого раз сижу за рулем, но сейчас буду пробовать тестировать этого зверя. Даже не знаю, смогу ли я с ним справиться. Но вы сейчас будете сами видеть, смогу ли я или нет. Это обзор трака сделаем 900-го классика. Кенворс W900. Вот. Старого образца, панелька. Давид, это нормально. У меня трейлер шире, чем твой. У меня шире он насколько? Представляешь? Ну да, он чуть-чуть шире. Посними, сними мне, кайфует там сидит. Садись, поехали. Вот это, спалка. Вот Жека уже, все отдыхает. Я на твоем мите, ты не сидел. Покатайте на моем без меня. Правильно, чтобы все понимали. Славик, я не Жека, Славик. Этот. Михал, ё-моё. Ну что, господа? Выключай свет. Давид. Михал, врубай там сзади спалки. Бери вправо чуть-чуть, вправо бери сколько можешь и потом влево. А чего туда просто не поедем? А ты хоть туда ехать? Первый раз в классе. У него зеркала, я вообще ничего не вижу, было зеркала. Как он видит? Капец, вот это я вам скажу. Вот это классика, классика рулит, ё-моё. Слышь, Михал, чё, без зеркал будешь зара? Да не, я шучу. Я шучу, короче. Капец, у него на сяра. Давай, там проходит. Не пройдет. Тут не пройдет. Сейчас же один трак рубанешь. Да я даже не трак врубану, а машину. Так, все, уже пройдет. За мультигрупп, похоже, наш русский пацан ездит, да? Я думаю, это Вова, не мультигрупп. Нет, не Вова, но... Все, проходит нормально. Справа, слева. А он заезжает, он зараз хочет заезжать. Не пусть это не пусть. Вот это махина. Не, хочу выехать на дорогу. А где у него engine brake? На классиках не бывает. Где-то он включен. Да, у него свистит ремень, говорил. У меня Вольво так свистит. И у меня тоже красный. Меня тоже так свистит. Ты имеешь в виду свистит ремень? Да. Это свистит из-за кет. Кет так посвистывает и воздуханы, что вот здесь стоят. Я не могу дождаться, когда я на нем начну ездить. А у тебя кет на этом, да, стоит? На том кет. У тебя же котяра тоже так пищи, свистит, да, турбину? Да, вообще такой рёв, у меня же тоже прямые. Короче, спереди. Даже нас, которые не знают, уже видишь, где? Три метра жизни еще спереди. Обалдеть. Просто темно, ничего не видно, тебя не видно. Хоть свет включи чуть-чуть. Наверное, как-то может что-то хоть сзади включить. О! Я тут все сказали. Вообще балдеть. Тут все нормально. Миха, я так, вот смотри, газ, вот. Понимаешь, да. У него вот этого газа нету, потом вот только газ начинается. Смотри, как он идет.
Как он идет, ребят? Не трусит его ничего, да? Не, и немного есть. Я думаю, может, надо резину просто посмотреть, что с резиной. Есть небольшой, но как он идет на дороге, ты че? Мой коротконосый. Я не дождусь, когда я на своем выйду раньше. Ты че? Что-то носяра здесь, как не покормлю. Окно ничего не видно. А если еще козырек. У него сильно высокое сиденье, ему надо сиденье ниже. Он же раньше купил, он поставит. Сейчас поставит, вот это будет греешь. Но это сильно высокое сиденье. Но. Тихо, спокойно в салоне, нормально. Да, я скажу, да. Говорят, классика громкая там. Не, он не громко. И никогда не говорил, что громко. Вот ты на Вольве едешь. Скажи, шумоизоляция. Отличная шумоизоляция здесь хорошая. Тишина с какой-то. Кед, он тихо работает. Ну, кед, говорят, он громкий очень, но я не знаю, тут в этом районе. Кед не очень громкий, ребята. А, кед, Слав, тихо. Знаешь, почему движок выдвинут с салона туда? У меня короткокапотник, он работает. Знаешь, перегон уже не видим проект. Вот где-то здесь, наверное. Ну, ё-моё. У него engine brake, он включается, когда ты на тормоз нажимаешь. Ну, если бы тайшир был, я бы еще понимал. О, engine brake. Ну, вот он, engine brake. У него включено. Ну, все включено, но. А что он туда не срабатывает, когда я торможу? Сцеплением тронешь, и тогда это, может. У него так, наверное, настроено в компьютере. Аппарат. Валюха. А ты мне дашь проехать? Раковую. Давай я сейчас встану. Поедешь? Конечно, я сам балдею от классика. Думаешь, только ты хочешь кальф словить? Покальфовать. Как же кет? Ты что, на моем бы сейчас так бы надо было разгоняться, чтобы он поехал? Как же он круто идет, обалдеть. Реально что-то. Так это, ребята, это не самый большой спальник? Нет, ты чё? То тут мы сидели на Тракстапе самый большой, да? Сейчас Славик покажет, как надо ехать. Уступи дорогу, тетка. Зеркала плохо у него, да, настроены? Классики люблю ехать, ты чё, мне классика нравится. Мне нормально, ребят. Вообще супер. Надо, конечно, шутки, но... Серьезно идет, отлично. Да, под мою аппликацию работы нет, конечно, но я бы с удовольствием катался на таком... И классика самого нравится. Старенькая такая панелечка. А вон заднее окно стекло отводил, наверное, зеркало от этого. Когда назад заезжал. Говорит, что у него не работает. Не работает? Ну, зеркала не двигаются. Классика. Ребята. Реально круто. С Вольвой не поравняешь. Это реально. Но, просто чистая правда. Камера протестует. Да. Не, 900 я вам так скажу. Вольва. 900 он классный аппарат. Он классно идет. База длинная, вообще когда он груженный, идет красиво, он так плывет прямо. Вот, когда резина все четко, нигде ничего, никакой вибрации, люфта нету. Вот, вообще обалденно. Камера берет, а еще спальник еще шире. Он обалденно идет. Сколько в Алюхиной машине чести? А кто еще ездит у нас на 900-м, Славик? Вольво на обгон. Вольво, извиняй нас. О, красавица! Красавица, Вольвочка поедет. Салатовая такая. Мы ее делали, в общем. Идем 75. Ну сколько? 120 километров, да? Да, у тебя зеркало в него как там тайм стоит. Ему надо, да, пару нюансов таких, знаешь, вот это подделать. О, сработал. Тормоз у него, слушай. У него на тормоз работает engine brake. Да, тормоз, да, и срабатывает этот. Тормоз срабатывает. На Вольве тоже на тормоз. А на фридлайнерах отпускаешь и срабатывает. У
меня просто отпускающий срабатывает. Ну, блин, смотри, как тормоз у него резко берет. Да, к нему привыкать надо конкретно.